Приветствую вас, дорогие мои друзья! Вы на канале Таро Ангел Планет, и у нас сегодня расклад о муках выбора. Если ты прямо сейчас стоишь перед выбором, куда тебе пойти, делать ли то, делать ли это, какие последствия могут быть от этого, и вообще у тебя или одно, или второе, можно ли как-то одно с первым совместить, со вторым совместить, и как все это совместить. Как минимум сейчас будет расклад на два варианта. Муки выбора будут на два пути, на две возможности. Поэтому загадывайте, сосредотачивайтесь и свою ситуацию мысленно описывайте, задавайте свои вопросы и выбирайте колоду. Колода номер один, на которой будет проходить расклад, 78 дверей. Колода номер два, колесо года. Колода номер 3. Ведьмин оракул. Ты пока подпишись, чтобы меня не забыть, и поставить лайк. И пиши, конечно же, в комментариях, какой вариант ты выбрал или выбрала. Давай посмотрим на выбор. Посмотрим на тебя. Посмотрим на твои запросы. И посмотрим, о чем же это, кто выбрал колоду номер один. Давай посмотрим, кто ты, что ты за человек. Ты человек, который пытается пробиться. Такое ощущение, что ты как вот как рыба об лёд. Давно пытаешься пробиться. Много сил потратил или потратила. Много энергии, много терпения идет. Идет ожидание, да, такая стойкость и уверенность в себе. И давай посмотрим, что будет у нас по первому вариативному случаю. Сам или сама для себя, пожалуйста, определись, что у тебя под номером один, а что под номером два в твоем вариативном случае. Номер один, если ты выбираешь путь, дорожку номер один. Будешь обращаться к казенным людям, к государственникам, к людям из учреждений, из советов. Это все равно более опытный, более мудрый человек. Этот человек, к которому ты будешь обращаться за помощью, чтобы идти по первому пути, чтобы все-таки выбирать, понимать, о чем речь. Ну и на Бога надейся, сам не плашай. Сами тоже помогаем, отдаем. Но тут вовлеченная ситуация состоит в том, что ты мне, я тебе, это выиграть. Вы же хотите вот эту фишку получить, да? Взаимообмен энергии никто не отменял. Тогда надо отдавать, ну, возможно, не этому казенному человеку, но людям. Если у вас будут просить помощи в данном случае, вы хотите вот пойти по первому варианту, то тогда, пожалуйста, помощь придет откуда-то, да, к вам. Значит, и если у вас будут просить помощи, помогайте. Это как совет карт. И давай посмотрим, что идет. Для чего это тебе, для какого урока. И какие положительные ты из этого вынесешь качества. Это позволит быть твоему дому целостным. Это позволит тебе завершить какие-то дела, они связанные с домом. Это позволит тебе развиваться. Это позволит тебе завершить то, что ты не завершила или не завершила. А отрицательное качество, которое может принести этой вариативности, это суды, споры и скандалы. Это очень много рассуждений. Это очень много несдвигаемых моментов. Это большая бюрократическая машина может на тебя повлиять, да, она может тебя стопорить. Вот это из негативного. Из позитивного, конечно, ты закроешь все свои дыры, все свои моменты. Возможно, не совсем приятно тебе будет обращаться за помощью к людям высшего звена, высшего уровня, высшего состава, к начальникам, к руководителям и, опять же, к таким людям власть имущим. Возможно, это будет один из неприятных моментов. И почему тебе трудно туда идти? Может быть, именно поэтому.
И давай посмотрим второй вариант, вторая линия вариативности. Что вы назначили себе, да, под вторым вариантом? Смотрим. Для второго варианта, чтобы по второй линии выбора двигаться, вам нужно будет все-таки творчески подходить к решению этой задачи, потому что прямо сейчас для вас некоторые возможности все-таки закрыты. Чтобы их открыть, надо подумать, как это сделать. И давай посмотрим, что положительного принесет тебе. А вторая вариативность – это компромисс. Ты идешь, если по второму пути, то это все-таки о компромиссе. Тебе дадут то, с чем тебе придется согласиться. Тебе придется идти на уступки. Тебе придется понимать, что ты делаешь. Возможно, ты не знаешь, куда идти. Ну вот, скажем так, да, какие-то моменты, которые все-таки для тебя, за тебя решают. Тебе придется это сделать. За тебя решили, ну что ж теперь. А что из негативного может тебе принести эта вариативность? И что в этой вариативности может пойти не так? Ты просто не выдержишь. Не ждать, не творчески решать, не согласиться с этими компромиссами. И отпустишь ситуацию как есть. Ну и пусть оно будет так. Ты можешь на время отказаться от этого всего. И давай посмотрим советы, да, общие по вариативности. По первому варианту советы, по второму варианту совет. По первому варианту совет не сдаваться. Ты добьешься успеха. Силы, власти. Люди, конечно, тебе помогут, но ты о них не забудешь. Потому что именно они тебя поблагодарят. Те люди, кто тебе помогал и кому ты все это время помогал. По поводу второй вариативности. Ищите да обрящите. Пока это не тот вариант, по которому готовы идти. Тут недостаточно будет того, что хотите обрести на втором пути. Недостаточно будет, будет поиск постоянный, а туда ли я иду. И пока вот по второму варианту, по второй вариативности у вас нету столько денег, чтобы сейчас решить этот вопрос. И, возможно, нету столько творчества. Одни компромиссы до отпускания на самотек. Возможно, не сейчас, возможно, это будет попозже. Поэтому пока вот по вашим вариантам у вас, потому как вы загадали, то, что вы загадали и о чем загадали, пока идет в успешной позиции, пока идет первый вариант. Давайте посмотрим дальше. Кто выбрал колоду номер два? Колода номер два – это колесо года. Напоминаю, если ты выбрал или выбрала колоду номер два, давай посмотрим на твою позицию, на твои муки выбора, что ты выбираешь, чего ты хочешь, и начнем с того, кто ты. Угу. Ты человек, хозяин или хозяйка своей судьбы. Сами все делаете, сами создаете уют и, в принципе, живете сами собой в гармонии. Тут, собственно, да, куда стремиться, собственно, что хотелось бы. Почему вдруг у такого человека возникли муки выбора? Что лучше сделать? Какой вариант выбрать? Давайте посмотрим, загадайте первый и второй вариант. Что у вас будет под номером 1 в вариативности, что под номером 2? Смотрим. Под номером 1 вариант. Вы ждете, долго ждете, пока бесполезно. Черные полосы, они имеют свойство все-таки заканчиваться. В вашем случае вы, конечно, знаете, что оно закончится, но пока все нудно и рутинно, пока никуда не сдвигается. Что позитивного получите благодаря этому выбору? Это, конечно же, изучение, обучение, это официальность. Вы прямо-таки тут и на более высокий уровень взойдете, да присядете. Ваше место новое идет, необычное. Но и тут надо изучить многое.
чтобы туда возвыситься. В некотором роде понятно, да, почему такой человек идет с третьего аркана во второй, когда надо еще выше приподняться, стать прямо мудрее, опытнее, хитрее, или женщиной, или мужчиной. Это, возможно, по карьерной лестнице, или о деньгах, или это о своем саморазвитии. Но это такой момент, вот тут вы терпеливо долго ждали, надоедает, конечно, ждать, поэтому посвящайте время себе и развивайтесь. Что негативно вы можете приобрести? Это опять об ожидании. Зима сменяется весной, весна сменяется летом, лето сменяется осенью. Итак, сезон за сезоном, вот эта вот сезонность, вот это смены, перемены, которые идут. Возможно, вам будет не так легко быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям, а зато, с другой стороны, ваша стабильность и уверенность позволит вам это сделать. Ну, конечно же, из минусов много придется перемен пережить для того, чтобы все-таки вступить на эту новую ступеньку. Теперь давай посмотрим, что у нас по второй вариативности. Что ты загадала или загадала под номером 2. У тебя идет прямо-таки хорошо все. Тут номер 2, под номером 2 все должно случиться легко и просто. Я не говорю, что будет прям быстро и надежно, но вроде как какое-то отношение легкости у тебя ко всему этому есть. И вроде как даже люди тебе помогают и поддерживают на твой второй путь. Также твой второй путь — это все-таки празднование, проведение времени с друзьями. Поэтому, может, он такой и легкий. Это из положительного, да? Ты будешь и праздновать, и общаться с людьми, с друзьями. Будешь радоваться жизни как есть, просто потому что ты есть, ты человек. Будешь себя благодарить за то, что я вот, ну, молодец, потому что, в принципе, я и так уже неплохо чего добился или добилась. И из негативного что может быть? Ну, тут очень много стойкости вообще в человеке, вот по второй колоде. Очень много стойкости, потому что из негативного даже эта стойкость — это все равно любовь полная. Полная чаша любви, изобилия и денег. Это, я бы даже сказала, незастойный вариант. Такое ощущение, что тут у человека выбор стоит: или развиваться в карьере, или просто жить и наслаждаться жизнью. Ну, почему бы и да? А что бы и да, да? И давайте посмотрим по совету. Какой совет по первому варианту, какой по второму? Совет по первому варианту. Еще далеко, конечно, вам идти. Вы не одни, ты не одна, не один. И еще вперед дорога-то большая, дальняя. Но поддержка-то со стороны есть. Люди не закончились. Рядом люди поддерживают. Идут, несут всю эту тяжесть, ноши. Помогают. До результата идите, да. Ну, не сдавайтесь. По поводу второй вариативности совет. Ну, тут прямо у вас все дороги открыты, собственно, тоже. Тут тоже можно жить и в стабильности, и в нежности, и в тишине, и в то же время и радоваться с друзьями, встречаться. Я бы сказала, это самый легкий вариант. Если вы выберете все-таки номер 2, да, все, что вы загадали, то это скорее о легкости. Это скорее о таком периоде, что, может быть, все-таки вам совместить их, потому что здесь они не противоречат друг другу. Это два варианта, которые можно совместить. Пока у вас в первом варианте ожидания, позвольте себе отдыхать. А как только у вас откроются дорожки-то, как только мир будет у ваших ног, вот тогда терпение-то ваше и пригодится. Тут-то все как раз-таки гармонично, очень гармоничный расклад получился. Можно и первое совмещать со вторым, можно и дальше идти, можно не бояться, можно просто понимать, что всему свое время, много терпения, много ожидания. И удача зависит от терпения, от толерантного поведения, от ожидания, от того, насколько лояльно вы к этой жизни относитесь, насколько Вселенной доверяете, что раз она вам вот так все дает. В принципе,
Я так думаю, что сейчас тот, кто выбрал вторую колоду, ну, прямо-таки везунчики, да? Везде им дороги открыты, и везде им почет, везде уважение. Пусть есть тяжелые моменты, но зато вот запаслись они терпением, и результаты, естественно, получают крутые. И давайте посмотрим, что у нас по третьему раскладу, по третьей колоде. Напоминаю, кто выбрал третью колоду, это колода «Ведьмин оракул». Давайте посмотрим, кто ты есть и что ты выбираешь. Так, ну что, сейчас-то у тебя как раз вот тут период застоя, такой период отдыха. Ты человек, который много за что стоял, боролся. Но наконец-то пришло время такого, я бы сказала, наконец-то заслужили покой после борьбы. Надо передохнуть после этой борьбы. Потому что надо восполнить энергию. Силы-то нужны для продолжения жизни. Без отдыха не будет сил дальше работать. А если заработались, то надо отдохнуть. Потому что, ну опять же, где силы-то брать, чтобы дальше работать, а то ничего не захочется. Захочется все кинуть, бросить. Да и вообще все надоедает, приедается. Как бы человек ко всему не привыкал, иногда настолько приедается, что хочется все бросить. Чтобы это не бросать, сейчас нужен вот этот застой. Это о том, кто сейчас слушает, женщина или мужчина. И давай посмотрим на твои позиции. На первую вариативность, на вторую. Подумай сейчас, что у тебя первая вариативность, что вторая. О чем думаешь? Что у тебя идет по первому варианту? Ох, великий соблазн идет прямо-таки. Тут очень аккуратно надо, на грани, да? Очень соблазнительные, привлекательные возможности такие прям великолепные. Прям вот прямо сейчас бы, да, отправились бы. Ну вот ввиду того, что пока думаем, отдыхаем, восполняемся силами и энергией, все-таки пока не решаемся. И тут, как совет карт, все-таки надо честно с совестью своей поступить. Очень соблазнительно, да? Если хочется пойти, пойти бы туда. Ну, давай посмотрим, что положительного ты обретешь, если пойдешь по этому варианту. Это, конечно же, что-то новое. Это, конечно же, с одной стороны новое, а с другой стороны стабильное и более высокого качества. Это поможет тебе отдыхать на более другом, на более высоком уровне. И люди будут подчиняться, да, твоих ног, и ты будешь и в хорошем месте, в хорошем положении, и все будет получаться, да, ладиться, где надо и когда надо. Ты просто буквально оказываешься в нужном месте, в нужный час, в нужное время, и все, в принципе, получается. И что негативного ты можешь получить? Да вот, как показывает практика, ничего. Может быть, ты легкомысленно немножечко отпустишь это все, потому что все-таки великий соблазн каких-то великих дел тебе, чтобы это все совершить по твоему первому пути, по твоей первой линии, да, по первой вариативности. Может быть, это, конечно, будет и легкомысленно, но с другой стороны, это значит, у тебя хорошая стратегия, и ты хорошо просчитала или просчитала. То как можно сделать быстро, легко и просто, вот так на раз-два. Почему бы и да, тоже тут момент такой. Если соблазнительно, если сильно хочется, если уже все прям не можется, если ты лежишь и думаешь об этой стратегии, думаешь, ага, вот сейчас я вот ее решу, сделаю, совершу, тогда все будет? Да, тогда все будет. Давай посмотрим вариант номер два твоей вариативности, что ты выбрал или выбрала в варианте номер два. Это семья, деньги, поддержка. С одной стороны, тебя, конечно, во втором пути могут поддержать и деньгами, и морально. Ну, просто тоже все на твоей стороне. Ну, тут, конечно, не так соблазнительно, но тоже неплохо. Неплохо. И по деньгам неплохо. Что положительного ты можешь получить? Ну, для тебя это новый виток развития. Тут и обучение идет, и идет момент развития, урока, с одной стороны, а с другой стороны ведь и третий лишний, да, кто-то лезть может, смотря на что у тебя запрос.
И что негативного можешь получить? Не сможешь все охватить. Очень много того, что прямо будет выходить за рамки твоего контроля. Не сможешь объять необъятное. Откусишь кусок, который не сможешь проживать. Больше, чем ты сможешь проживать. Вот рот может откусить, но жевать это же невозможно. Слона-то едят по частям. И тут еще учиться надо многому. Пожалуй, объять необъятное это такой будет момент. Я бы сказала, надо будет подумать, ага, сможешь ли ты, потянешь ты тут или нет. И давай посмотрим советы по твоей вариативности. Вариативность номер один. Вариативность номер два. Вариативности номер один. Ты все равно будешь пожинать плоды. Все равно будут результаты. И все равно они приводят тебя к тому, что ты вот тут как раз-таки, да, и отдыхаешь. Опять, ну, получается, ты спринтер, да? Ты человек, который такими перебежками цель поставил, добежал, отдыхаешь, дальше думаешь, вынашиваешь стратегию. Потом выносили стратегию, опять отдохнули, передышку сделали. Опять, возможно, в каком-то застое, опять прыжок. И так от успеха к успеху. Здесь, конечно же, будет этот момент, да, опять перерыва для продумывания стратегии. Что по второй вариативности? По второй вариативности тебе придется терпение набраться, потому что слишком много объятности, необъятности в том, что ты хочешь откусить. И тебе тут придется просто собраться с силами, с мужеством. Придется тут, конечно, много договариваться, вести за собой людей, вовлекать. Конечно же, это опять идет вопрос к тому, правильно ли ты выбор сделал или сделала. И опять будет развилка на выбор. Опять куда дальше идти. И это для тебя, видимо, не свойственный момент, потому что то, что я смотрю от успеха к успеху, ты привык. Или привыкла создавать результаты, такой результатор, достигатор человек. А здесь вот придется терпение набираться, а ты человек очень активный. Не могу сказать, что импульсивный, потому что умеешь вовремя контролировать и затухать, когда надо опять загораться идеей. Ну вот тут для тебя небольшой урок в том плане, что все-таки надо будет вести за собой людей. Надо сил набраться, надо терпения набраться, надо удерживать, надо руководить. Тут тоже нельзя, конечно, срываться на эмоции. Ну вот так я посмотрю, ты человек тот, который готов учиться и готов идти дальше. Для того, чтобы как-то стратегию вот менять. Для тебя это, возможно, новый вид стратегии, и ты думаешь, как поступить, лучше так или так. Потому что она тоже может принести свои плоды. А так как ты человек удачи, то почему бы не воспользоваться таким моментом. Это был третий расклад на колоде ведьмы на раку. В комментариях обязательно пиши, какой номер колоды ты выбрал или выбрала. Как оно у тебя проигралось, да, какие у тебя моменты, какие инсайты. Обязательно подписывайся, ставь лайк, буду благодарна за поддержку канала. И личные расклады, ссылка есть в шапке канала, поэтому, конечно же, жду вас на личные расклады и личные консультации в WhatsApp. Ну что, ребятушки, благодарю вас и увидимся с вами на следующих раскладах. Пока-пока!